Массовые столкновения тетушек с полицией и несколько десятков пострадавших. Подобные ЧП становятся привычными на столичных стройплощадках. Кто и с какой целью атакует законные стройки в Киеве? Разбирались наши корреспонденты. Строительная площадка на столичных Осокорках стала театром боевых действий между тетушками и полицией. Началось все с протеста местных жителей. Главная причина акции – якобы незаконная стройка. Спустя несколько часов к мирному протесту присоединяются далеко не мирные активисты. Все. Есть организации, которые... Еще раз скажу, втручается. Главная причина подобного вмешательства якобы наведение порядка на незаконной стройке. Но по данным застройщика банка «Аркада» все работы законны. Необходимое разрешение получено, а компания строит не дом, а электроподстанцию для жилых массивов согласно генплану Киевской горадминистрации. Да и способы, которые используют тетушки для остановки строительных работ, далеки от законных. Больше всех обычно достается охране. Расскажи, дай комментарий людям. Согласно официальной информации, во время стычек пострадало 17 человек. В том числе один полицейский. Генерал полиции третьего ранга Андрей Крищенко уверяет, правоохранители ведут следствие. Одному из фигурантов дела избрали меру пресечения, а стройку жилого комплекса не раз обсуждали с местными жителями. Были постраждали особи, взагалі там пред'явлені підозри. Розслідується кримінальне провадження, пред'явлені підозри одному з організаторів цієї бійки. Будуть ще підозри. Кримінальна справа буде по суду направлена. Багато є і круглих столів, і спілкування, і в мерії, і поліція, в тому числі, і з забудовниками, і з громадами проводимо зустрічі. Подобные случаи в столице уже стали традиционными. Это кадры из соседней стройки. Сценарий такой же. Мирная акция протеста местных жителей против сооружения АЗС переросла в массовые столкновения тетушек с полицией. Лица у них были всех закрыты, и среди них было очень много подростков. Годов где-то 13-14 лет, то есть они собрались массово, принесли шины, шины летели в полицию, были здесь фаеры, петарды, они побили стекла, выламывали заборы. Сначала на вызов приехала патрульная полиция, но слушать правоохранителей тетушки не захотели. Зібралось порядка 120-150 осіб, які радикально нарештовані і намагаються чинити протиправні дії. До них звернулись з метою припинити акції протесту і не порушувати громадський спокій. Вимоги поліцейських були проігноровані. Щоб утихомірити псевдоактивістів, поліцейським прийшлось примінити силу. При спробі припинити хуліганські дії 7 поліцейських отримали тілесні ушкодження різної степені тяжкості. Перше завдання поліції – не наступити тяжких наслідків, не настання тяжких наслідків, щоб ніхто не постраждав. Коли таке відбувається, поліція затримує людей, і фактично там, де було затримання, є багато постраждалих поліцейських. По тій ситуації там судді, ну ще вироків немає. Безпосередньо по Ревуцького 8, я так ви маєте на увазі, заправ. Вироків ще немає, ну суд буде встановлювати, але це ж теж не справа години або місяця. Полиции уверяют, судебные решения обязательно будут. Полиция ведет следствие. А подобные действия тетушек наведением порядка назвать трудно. И добавляют, в дальнейшем подобных случаев не допустят. На силу реагировать будут также силой, но в рамках закона. Андрей Кравец, Леонид Оборин. Подробности, телеканал Интер.